Спросить вопросы на Твиттере, спросил он на русском, и многие мне ответили на русском, то что очень классно, мне очень приятно, то что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете русский язык, и мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю, и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, и за то, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, все комментарии вижу, даже на моих старых видео я все